Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Вильда. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она меня слышит? Да я не пойму, она как искусственная какая-то. То ли голограмма у нее такая стоит. Как Так. кукла она. Хорошо, ставим над ней маячок, зеленый, красный, если это голограмма, красный, если это оригинал, зеленый. Какого цвета маячок? Зеленый. Хорошо, значит, там есть голограмма. Давай сделаем следующее. Она меня не слышит, да? Но она улыбается, стоит просто как кукла. Хорошо. Так. Даю команду. Попробую убрать Да, голограмму. даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует сейчас Вельта и отключает эту голограмму перед ней. 1, 2, 3. Отключаются все чипы, датчики, импланты, конвекторы. Все отключается до 100%. Голограмма выходит и зависает перед Вельта. Остается в тонкой копии, только 100% тонкой копии. Она, знаешь, как яйцо с двух сторон открылась. Она внутри? Да, вышла и опять закрылась. Эта голограмма полностью повторяет ее. Где голограмма сейчас? Висит. Хорошо, отправляю ее в клетку тюрьму. Готово. Обращаясь к Вильта. Вильта, вы слышите меня? Да, слышит. Хорошо, а что это за голограмма? Вы в курсе вообще? Это яйцо, которое в клетке сейчас находится. Нет, она не знает. Хорошо, будем разбираться. Вильта, нам нужно ваше разрешение на диагностику и чистку. Вы нам его даете? Дает. Хорошо. Я даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Вельта, под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканирует все 7 тонких тел Вельта. Находит все. Не арахноид, гуманоид, дракон, Какой? красный Красный дракон. и без. Бес. Сколько герц у беса? 8. 8-герцовый. Красный дракон с цифрой над головой. 36-12. Гуманоид откуда? Не Он голограмма? показывает, нет, он показывает наверх, а потом разводит руками и говорит, что он не понимает, в какой части мы вообще находимся. Он Сириус. Он Сириус. Так если ты не знаешь, где мы сейчас находимся или где ты находишься? Да, он не понимает сейчас, в какой части. Это трудно будет тебе установить на настоящий момент. Мы находимся очень высоко. Рядом с потоком абсолюта. Если тебе это для ориентировки указывает что-то. Хорошо. И арахноид. Чья это голограмма гуманоида? Дракона. Дракона? Очень удивлен. Хорошо, будем разбираться со всеми. Так, все знают, где они находятся. Сейчас мы начинаем с реверса энергии. В процессе чистки я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Кто будет говорить неправду или не будет отвечать, тот будет наказан на его чистоте. Я даю команду тонкой копии Вельта спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Это получило от голограммы до 100% назад. Мощным потоком всего пошло назад. Сколько бес находился в биополе? 4 месяца. Хорошо. Сколько находился красный дракон в биополе? У него какая-то история с ней. Он О. ее оберегал. Он сделал ее как своим яйцом. У них с прошлой жизни что-то тянется. Контракт. Красный дракон, у тебя есть контракт с ней? Есть. Хорошо, у кого еще есть контракт с ней? Ни у кого. Контракт, хорошо. Значит, будешь присутствовать до момента его расторжения. Гуманоид, ты ловец душ? Ловец. Ну, и что ты воровал? Сколько ты находился в биополе, скажи мне сначала? 6 месяцев. 6 месяцев. И что ты за 6 этих месяцев транслировал, что ты забирал, что ты воровал? За 6 месяцев, пока ориентировался, синхронизировался, устанавливал Конструкцию, да? отключку. Отключку. Хорошо. Красный дракон, я забыл спросить, сколько ты находился в биополе? Невозможно сказать, спросил. Он показывает, что она была маленькая, и он кружил вокруг нее всегда, и потом из энергии создавал вот этот вот, как кокон, голограмму вокруг нее. Очень Он ставил защиту. хорошо.
Ты ставил защиту, мы сейчас будем разбираться, почему ты ее ставил в ее биополе, как эта защита, голограмма улыбающаяся, вообще влияла на ее биополе. Вот это мне будет интересно узнать. Отторгала. Отторгала что? Плохое. Плохое. А забирала что? Насыщала голограмму. Это как скорлупа, защищающая яйцо. Чем вызвана такая забота красного дракона? Корни идут далеко. Но мы все посмотрим. Мы все узнаем сегодня. И в твоих интересах мне все это рассказать как можно быстрее. Я даю команду о том, как Велита спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным пациентам, ответственным за чужеродные негативные патогены, низковибрационные энергии в ее биополе. Каналы выстроили, в сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной негативной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Велите. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Что возвращается? Посмотри. Голограмма. Это искусственные эмоции идут. Наигранные? То есть неискренние, или как это понимать? Я не могу пока понять. Это что-то такое, как будто она артистка. Играет роль. И вот эти эмоции возвращаются. Какие это энергии, дракон? Что это за наигранность такая? Он говорит, что я уже сказал, это отторжение и защита от плохих людей и их эмоций. А я вижу совсем другое. Я вижу то, что ты забирал у нее искренность, ты забирал ее частичку ее собственного сознания, делая ее неискренней и заставляя играть какую-то роль под эгидой того, что ты ее защищаешь. Вот так я вижу это, дракон. Я ее защищаю с ее согласия. Хорошо. Вельта, вы меня слышите? Слышит. Вы давали согласие свое на защиту красным драконом. Он утверждает, что у вас, что он находится с вашего согласия здесь. Это так? Он говорит, я пока ничего не помню. Хорошо, будем раскручивать ситуацию, найдем все по ленте времени. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Вельта забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Вельта себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Голограмма наполнена ее ДНК и частицами. И ДНК, энергиями. И частицами. Ай, дракон. У меня так уже рука чешется достать печать дракона и включить ее сейчас на полную мощность за эти истории, которые ты мне сейчас тут пытаешься рассказать о твоей помощи. Посмотри, сколько ты у нее украл, чтобы оживить свою голограмму. Это была защитная реакция. Это ее энергия, а не твои энергии. Защитная реакция. Готово. И я даю команду сканеру. Сканер сканирует Вельту, отключает конструкцию гуманоида. До последнего чипа датчика импланта конвектора подключки выводит его из биоробота. Подключка выходит и отправляется в клетку-тюрьму. У нее плечи, шея, там он что-то начинал останавливать. В голове шел. Все отключается до 100%. Готово. Выстраиваю прямой канал от Вельты к конструкции гуманоида и реверсом отдаю весь негатив, который Вельта получила от этой конструкции мощным потоком. 1, 2, 3. Пошел поток назад. Все чужеродное, все низковибрационное, патогенное, отрицательное возвращается назад. Готово. Устанавливаю фильтр с золотой сеточкой, реверсом забираю все эти Вельты, возвращается мощным потоком назад. 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Посмотри там, что идет. Энергии. Пока только ее энергии. Хорошо. Усилю потоки в 100 раз. Готово. Хорошо. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Он нервничает, у него прыгают цифры. Успокойся. Я не собираюсь на тебя воздействовать. 4 года. 4 года. Хорошо. Ты присутствуешь в квартире ее? Есть там твоя паутина? Потомство есть. Потомство есть. Хорошо. У меня нет заказа на чистку квартиры, но если оно поступит, я через 10 минут буду в этой квартире. Я тебе рекомендую, пока порталы открыты, все собрать и уйти. Ты меня услышал? Да. Хорошо, выходи, арахноид, собирай всю свою паутину, вытаскивай все свои иголки, ничего не забывай и возвращайся назад.
У нее голова и паутина в волосы вплетена. Как она ощущала это на физическом плане, арахноид? Какие-то были боли? Затылок, шейная часть, виски. А защитник красный дракон никак не мог этого заметить, чтобы не болела голова у Вельты, и затылок, и шея. Нет, она защищала. Понятно. Готов, он снялся. Хорошо, арахноид все убрал. Бес, выходи сейчас, собирай, забирай все, что ты оставил в ее биополе. Приступай. У него носки, сапожки такие. Сапоги одел, да? Колено, да. Угу. Еще что? Все. Бес, есть лярвы в биополе Вельты? Нет. Хорошо. Снялся. Выходит красный дракон, собирает все, что у него осталось в биополе, отключается полностью, возвращается назад, приступая. Сердечная чакра у него плата. Сердечная чакра. Отключил. Хорошо, выстраиваю канал к Вельте к платам красного дракона реверсом, отдаю весь негатив, который Вельта получила от этих плат. Мощным потоком все пошло назад. Готово. Устанавливаю фильтр золотой сеточкой на этот канал, реверсом забираю из этих плат все родные энергии и возвращается назад. Пошел мощный поток назад. Вот там интересно, что идет. Ну, слово идет рассудительность. Забирала рассудительность. Она принимала решения спонтанные, резкие, необдуманные. И это влияние плат дракона. Хорошо. Как горело. Готово? Значит, бес у нас все забрал, красный дракон все забрал, арахноид забрал, остался гуманоид. Гуманоиду выходить не надо, он может посмотреть, что-то еще осталось, что я не вывел из биополя Вельты. Нет, все вывел. Отлично, включай внутренний белый свет. Вельте и Вельте этим белым светом выдалитесь, а все негативные патогены низковибрационной энергии и вибрации, находящиеся на частоте интерферентов и их подключек. Пошел свет, свет выдавливает. Все негативное, оно формируется в шар перед ней. Есть. Открывая под ним портал в галактической дру, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, бес. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Выходит эмоциональный фантом Вельты, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, проецируется на эмоциональном фантоме. Много вышло. Хорошо. Вельта – это все энергии, которые вы сами сгенерировали, все негативное. Вы готовы от этого избавиться? Готов. Сворачиваете энергии в шар. Бес забираешь? Собирает. Отправляю бесу. Готов. Хорошо, бес, ты в квартире не присутствуешь, я понял, да? Нет. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Красный дракон останется, пока арахноид. Готов уходить? Да. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи слушает. Я приветствую тебя. Ли, посмотри, пожалуйста, у меня гуманоид Сириуса здесь с конструкцией. Правда, 6 месяцев сидел, но может там что-то по твоей линии есть. Удаляй конструкцию. Гуманоида заберем. Посмотрим цепочку. Хорошо. Под конструкцией гуманоида открывается портал в галактическое ядро, и конструкция уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. У нас это яйцо осталось дракона еще, да? Голограмма. Да. Под ней открывая портал в галактическое ядро, голограмма уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, конструкцию мы убрали. И под платами дракона открывается портал в галактическое ядро. И плата уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, переходим сразу к аннулированию контрактов и договоров. Сейчас будем разбираться, что там за контракт. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Вельта должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да.
Я говорю, в случае тонкая копия повторяет за мной. Я. Отношением к контрактам и договорам. Договора выходят, активно и подсвечиваются. Активный один. Один. Хорошо. Так. Вельда, посмотрите, что это за контракт. Можете его почитать. Вера, пошла информация. Ставлю монитор. И ты видишь, считываешь эту информацию. Пошел поток. Это Япония, 203 год. 203 год, Япония, хорошо. Деревня какая-то. Да. Она девочка, она прыгает и танцует, кружится. И дальше? У нее пожилые родители, собирает хворост отец. Дальше они ее отдали на воспитание во дворец. Воспитывали гейшу из нее. Дракон к ней пришел во сне. Сказал, что будет защищать ее и научит. Он ее научил огненным танцам. Да ты что? Да. Дальше. И какие условия контракта были? Посмотри. Подожди, она была очень скромная. Но когда оставалась с мужчиной один на один, она танцевала эти танцы. И за счет этого была фавориткой. Хорошо. Какая цена этого контракта за эти огненные танцы? Дракон жил вместе с ней, там, где она находилась, и питался энергиями всех, с кем она встречалась. Дракон, прошло 1820 лет. Тебе не кажется, что, в принципе, уже пора бы как-то закончить действие этого контракта? Или тебя все устраивает? Для меня это короткий промежуток времени, и потом нам было... Мы легко находили общий язык. Нам было комфортно. Хорошо, а что это за огненные танцы? Как они выглядят? Энергия дракона. Я подмешивал. И мужчина видел страсть в этих танцах. А, вот как. Ты посмотри, как креативно. Хорошо. Драконы, тем не менее, как ты понимаешь, ты намного старше ее. У тебя память не стирали, у нее память стерли. Сколько ты воплощений с ней вообще находишься с 203 года, за эти 1820 лет? Сколько ты с ней жизни прожил? Это четвертое. Четвертое, понятно, хорошо. И тем не менее, это биополе Вельты. Я обращаюсь к ней и спрашиваю: Вельта, этот момент настал. Вы готовы расторгнуть контракт, которому 1820 лет, с драконом? Я готова, наверное, хватит уже. Хорошо. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Есть, ДНК возвращается к ней. Готово. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро, и контракт уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, дракон. У тебя есть еще основания находиться в этом биополе? Нет. Тогда дай мне слово красного дракона, что ты больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово. Хорошо. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. И красный дракон уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Вельта. Поздравляю вас с аннулированием такого контракта. Поехали дальше. Эмоциональные фантомы убрали. Поехали по частотам. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Вельта, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она показывает ее энергии, чувствует. Они упругие, тонкие тела вокруг нее. Вибрации высокие. Никаких блокад у вас больше нет. Всех сущностей мы убрали. Контракт аннулирован. И сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Заправляйтесь энергиями, сбрасывайте негатив, выставляйте защиту Меркаба. Желаем вам всего наилучшего. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Вельта в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем.
Thank you.